Врачи в секторе Газа, где вот уже четвертый месяц Израиль проводит операцию против Хамас, говорят, что ситуация полностью вышла из-под контроля. В больницах практически нет лекарств, не хватает и медицинского персонала. Доступ пациентов в клинике затруднен из-за бомбардировок. Катар ведет переговоры с целью сделать возможной регулярную доставку медикаментов в палестинский анклав. طبية لأهلنا في قطاع غزة الإسراع وتقديم الخدمة بشكل عاجل لأن الوضع أصبح كارثي بشكل كبير وأصبح لا يمكن السيطرة عليه. Подконтрольное Хамас Министерство здравоохранения сектора Газа заявило, что за время израильской операции убиты почти 23,5 тысячи палестинцев. За минувшие сутки погибли 112 человек, почти 200 получили ранения. Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала десятки боевиков в Хан-Юнисе и лагере беженцев в Магазе. Военные также проводят операции по выявлению и демонтажу туннелей, вырытых под Газой. В четверг родственники израильских заложников собрались в Нериме на границе с сектором Газа. Через громкоговорители они обратились к Хамас и жителям анклава с требованием освободить пленников. Тем временем советник президента США Амос Хохштейн провел переговоры в Бейруте, пытаясь найти путь для снижения напряженности на израильско-ливанской границе. Обмены ударами между Цахал и группировкой Хизбаллах происходят практически ежедневно. Накануне боевики Хизбаллах обстреляли город Кирьят-Шмона, расположенный в 2,5 километрах от границы с Ливаном.